регулировки и регулируется только по высоте. Большие углы хода имеет. Сейчас давайте включим фары. Противотуманные фары, противотуманный фонарь, также дальний свет фар. И, как обычно, аварийную сигнализацию. Передние электростеклоподъемники необходимо удерживать, чтобы их опустить и поднять. Ручки под хром. Теперь я предлагаю открыть капот и детально рассмотреть экстерьер этого автомобиля. Рычаг находится вот здесь, чтобы открыть капот. Как видите, здесь установлены рейлинги на крыше, антенна аудиосистемы. Очень красивые фонари. Сигнал. 4 штуки. Рядная четверка, восьмиклапанный, система питания двигателя распределена в